находимся в Белогорском районе. Вот, занимаемся растениеводством. Препаратом я доволен. Использовали его мы по даже переросшим сорнякам. В основном это полынь, марь. Это была баковая смесь физиолата и флекса. Флекса мы использовали 1,5 литра, физиолата 1 литр или 1,2, точно не помню. Эффект наступил буквально на следующий день. Вот, сразу видно по сорняку, он осел, он потемнел, в свою очередь сою практически не затронуло, были подожжены листья, но они восстановились, то есть гербицид мне понравился, то есть с конкурентами он на уровне, то есть ничем не уступает, а даже превосходит.